Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Фин. Ну, сейчас мы уже в игре и готовы зайти в него. Сначала нам нужно выбрать персонажа. Это либо персонаж, ну, чувак из Думы, либо пилот, либо преступница, либо охотница. Но я хочу сейчас поиграть за охотницу. Здесь, наверное, никто не понимает, как играть, но я покажу обучение в отдельном ролике, окей? Напишите в комментариях, записать. Запускается, блин, долго. ОПС мало. Мы запустились, мы тут, здравствуйте. Все, тут можно играть, хорошо. Хопа. Уже минус. Это было на волосок от смерти. Ну, нормально. Норм, да. Погнали. Бабах. Оп, оп. Перевернем стол. А как ты такой поворот сюжета? На. Ёпт. Так. А-а-а. Жалко, что я, когда стреляю, эти как сказать, персонажи в конце-то концов, то почему нельзя, чтобы они попадали по своим? Еще было бы хорошо, если бы мы ТПР давали. Ну, делали, сделали. Блин. Разработчик не смотрит это и не понимает. Критик, блин, нашелся. Так, коп. Ой, да ладно, еще один. Опа. Good shot, my friend. Хоп. Не-не-не-не-не, минуса не было. Я думал, что сейчас будет минус, но ладно. Да что? А, да серьезно? А ты не верил? Чёрт. Мало хп, мало хп, мало хп. Начал играть очень давно. Ну как очень давно, бесит. Я играю на уровне Ти-Джоя, когда он записывал только первую серию по оружию. Опа. 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 Бам. Блин. Наверное, вы слышите, как я клацаю по мышке, и это мне самое приятное, скажите. Вот, минус. Я думаю, что нужно тут все столы, нужно тут все столы прокинуть, как я понимаю. Чтобы было легче. Мне прятаться. И чтобы мне не сочилось больше хп! А что? Да только не они, но только не они. Уберись из моей вообще жизни. Пустышку использовал. Если бы мы играли за конвикта, то мы могли бы, ну, из дробовика стрелять и всех именно поражать. Самая, наверное, плохая у нее вещь, это фотка, приводящая в ярость. Я просто ненавижу эту фотку. Я не знаю почему, но все же мне она не нравится. Пока что собака ничего не нашла! Фига себе. Ладно. Опа. Че? Че? Я думал, что это просекает. А, нет, я стал быстрее бегать, это тоже хорошо. Я же собака думаю, я сбиваюсь. У меня скорость у меня. Хоба. Я даже не знал, что это будет. Буду сюда бегать в комнату. Зачем стоять?
все, хедшот. Бежим обратно, бежим. Так, 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 так. Сейчас главное не запороться. Пойдем, может, в магазин, узнаем, что там продается. Вдруг там продается какие-то клевые оружия. Ну или сердце, может, здесь. Ну, регуляр шотган или кей. Ну, я еще подумаю. Пока что мне надо пойти сюда и посмотреть, что еще есть. Ну, думаю, что больше все. Понятно. Здравствуйте, здравствуйте. Так, 25 минут, что так дорого? Ну ладно, поиграем. Шутер. Так, шутер, шутер, шутер. Первый. Хоп. Чего? Оно не стреляет. Я не знаю, ребята. Что? Я ж не... О, минус. Хорош. Да. Ну. Это было круто. Мне дали какой-то дебильский сундук. О, вот это нормально, вот это нормально. А теперь... Так, не помню, а где комната с камином? Нужно нам поискать ее. Так, комнату с камином я нашел, и сейчас я ее задушу. Все. Мы включили где-то что-то. Мы включили где-то проход, который пропускает нас в дверь. То есть, потайную комнату. Я еще люблю этот пистолетик за то, что он продается в магазине за 45 монет, или 300. О, нет, до свидания. Короче, я теперь понимаю, что мне надо покупать новое сердце. Потому что собака для меня ничего не нашла, хотя она должна мне находить, знаете, сколько всего. Рулетка! Открывай и охуевай. Продается. Это как русское лото. Можешь выиграть, но очень маленький процент. Хотя в русском лото это чистый рандом. Не то. Отвалить от меня. Так, пожалуйста. Да. Я именно это и просил. Это что? Это что? Это что? Не-не-не-не-не-не. Не потратилось нормально. Сейчас нужно пойти сюда и купить тут сердца. Я что-то куплю? А, нет. Или да, или нет. Так. Короче, пофиг, я должен посмотреть, как она стреляет. Сейчас еще вернусь. Бабах. Чего, Карл? А чё она такая большая? Ладно, еще нужно посмотреть, как она будет в действии. Погнал. Птица с миниганом. Я ее так и называю. Вообще-то она так и звучит. Ах, ладно. Ладно, ладно, ладно. Фига себе. Под меня такой ножик бы ездил лучше всех. Ну и хуже всех, кто знает. Хопа! Вау. Если бы я там стрелял бы, ну, на 3 или 4, попал бы 4 раза, то, наверное, скорее всего, у меня бы появился Гюнтер, ну, или какой-нибудь пистолет. Но Гюнтер сам по себе хорош, или героиня. Два самых лучших для меня пистолета. Еще пушка мидбоя, ну, можно. Хопа! Стреляет почти как король патрон. Только у него дикий рандом. Ну, то есть у этого... Чувака дикий рандом. Хопа. Из-за того, что я занервничал, использовал пустышку. Хожу, блин, на волоске от смерти.
Видели, как там было? Миллиметры. Сама-то по себе эта пушка хорошая, но все же, что-то хочется лучше. Я знаю. Ой-е! Ой-е! Наконец! Ну хорошо, банан! Боб. Что? Ладно. Я спокоен. Еще нужно сходить на этот этаж и купить тут... Не знаю. Армор. Все, теперь реагирован. Ой. Где тут комната? Пошли быстрее. Ну, здравствуйте, мы уже тут. Так. Уже готовлюсь. Морально. А, чё? Случилось так неожиданно и быстро. Вот. На, нафиг. Бомбануло. Ой, как бомбануло. Фу. Успокойся. Охладите свой труп. Успокойтесь, мой. Я его забабахал. А теперь, блин. Нужно было взять этот. Спокойно, у меня тут все. У меня тут все под контролем. Я не знаю, как у вас там дома. Но, наверное, вас заряжает мое видео такой ламповой атмосферой. Вам хочется заварить чайку и сидеть возле компьютера. Ну, я не знаю. Это ваше решение. Так, о, хороший пес. Я на первом же уровне не потратил ни... Ой, на первой же комнате на втором этаже я ничего пока что не потратил. Это довольно-таки хорош. Идеальный магазин. Так, 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 смок бомб. Plan smoke. Так, это как в КСе. Сейчас готовлюсь. Морально. Опа! Ха! Минус! Это, кажется, открывает клетку, которую у... О! Сердце целое! Ну, нормально, так я вам скажу. Так. Я уже обозрался. Помните такого босса, как столбы близнецы? Вот я их очень боюсь. Это самый, наверное, по-моему, сильный босс для меня пока что. Ну или патронаконда. Патронаконда тоже. Да ладно, тут кто-то есть. Я не верил. До свидания. Что? Успокойтесь, охладите ваши трахами. Охладите его. Чего? На! Фига себе. Я устал, как где. Всё. У меня бомбит, а когда мне бомбит, тогда у меня бомбит. Привет. Пока. Ха-ха-ха. Опа. Пока что я не очень так играю. Но для моего же уровня. Но это пока что почти самый лучший забег для меня. Опять же, я думаю, что игра решила для меня сделать исключение, как это было в том видео про Айзека. Помните? Да ты задолбал, ты что творишь? Водой убил, вообще унизил. Изи-пизи, лемон-сквизи. Так. Сейчас берем эту фигню и начинаем по всем шмалять. Привет, до свидания. Хоп. Оп, понятно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если есть носки этой игры, как тут можно переключать по-быстрому. То есть замедлять время и переключать. Так. Я думаю, что мне нужно сейчас перезарядить эту фигню.
Все. А теперь берем бананы и начинаем по ним швалять. Хоп. У меня такое настроение. Там что, две книги? Все, мне конец. До свидания. Можете прощаться уже со мной. Короче. Да хоро уже шмалять! Да ладно, еще! Так. Сажми перезарядит. Ну, пока что возьмем для Красбова. Погнали. Блин, скорость увеличилась. Это хорошо. На. Да что этот этаж так со мной нежит? Ну ладно, окей. Я возьму для банана. Понятно. Мы сейчас идем туда. Блин, нужно еще сделать такое видео, как ляпы видео. Было бы круто. Не-не-не-не-не. Постопы. Стоять. Есть еще полно комнат, в которые я должен зайти. Я буду тут стоять. Ой. Хоро плеваться. Я не знал, что так важно. Я познаю мир с этой игрой. Ну не мир, а игру. Ладно. Пока что мне даже... Что? Проклятая версия? Чего? Я с ними первый раз встречаюсь. Так, спокойно. Охладите ваши трахни. И вы тоже. Граната. Тихо. Спокойно. Фига себе, у меня тут карбас. Ну ладно. На, все. Понял, куда нужно телепортироваться. Черт! Нет, крыса! Просто облегчение. Спасибо, крыса, ты не забрала. Хопа, сердечко. Было бы еще хардкорнее миллион раз, если бы они сердца забирали. Представляете, вы такие ходите по подземелью. Блин, я ставлю тут сердце, у меня полное. Так, подходит крыса. У тебя одно сердце. А следующий уровень босс. И ты уже такой, начинаешь бомбить, все разрывать, чертям ломать. Хопана. Я уже понимаю, где ключ. Кстати, чтобы оружие выбросить, мне пока что это не надо, мне это очень много. Забежаем, бери мое оружие. Поехали. Бабах. Да. Задрало. Да. Ебой. Окей, я вернусь сейчас. Там что, лезет сундук? Я его не заметила. Ну тогда уже все понятно. Все, до свидания, все. Да. Ну я уже, наверное, продую тут. Черт! Так, постойте. Сначала половину сердца. Фига себе. Блин! Одна монета! Ладно, это смешно уже как-то. Погнали сюда. Берем мое самое любимое оружие на сей момент. С бананом. Это мое самое любимое оружие.
Допила. Вау. Вау. Зеленый сундук. Ну ладно, ну ладно, ладно. Сейчас вот гадаю. Пойду, наверное, куплю ключ и вернусь. Ладно, ладно, ладно. Будем оптимистами и считать, что все. Так, понятно. Я Ванга. Извините, мне немножко сзади прервалась. И все. Хоп, хоп, хей, ла-ла-лей. На! Фига себе ты мажор на пушке. Мне дай бы столько, я тебя уже 100 раз победил. Даже... На! Сам этот босс по себе и сложен. Но к нему нужно готовиться. Охлади свою третью ногу! Да что? Понятно, короче. Все, ребята, до свидания. Я умирать. Все. Всем пока, до свидания. Удачи и всего такого. Да. Ладно, боже, я пошутил. Шуток, что ли, не понимаете, а? Я привык стрелять оружием тем. Какую-то магию мне тут творишь дома. То есть вооружили. Все, пошли. Моя миссия — пройти босса без получения урона. Хотя это невозможно. Бочку воды я нашел. Осталось найти. Угадайте, что? Них я. Да, вы правильно подумали. Фига себе, у меня мастерство 1337. Фига себе, тут у меня поклонников сколько. Всем автографы дам, успокойтесь, охладите ваше трахание. Ой, тихо! Не хотел. Так. На. Потом еще на. Потом ёжик и пердожик. Извините, но это французский. Все, это все, нет, еще не все. А вот теперь все. Спасибо, собачка, спасибо, прям от души. А сейчас нет души. Хоп, 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 хоп. Понятно. До свидания. Еще одна бочка. Так, хорошо.
серия, наверное, получится нормально. Оу, да, еще одна пушечка. Хотя она не такая же крутая, но все же. Хотя бы какая-то. Стоять! Ключ! Чё? Ладно. Пойдите туда. Я даже могу так. Еще один. Хороший у него боезапас, только это один плюс. Если еще бы там был какой-нибудь урон, не знаю. Да, я многого хочу, я знаю. Хоп-хоп! Чего? Если бы мне дали тут калашек, то бы я всех разносил просто направо и налево. Еще один ключик. Третий ключ! Чего? Ладно, я спокойно, извините. Бум! Брат, у тебя что продаешь? Понятно. Все. Видел. Теперь нужно открыть вот тут. Сюда. Да, сюда. И тут мы должны что-то найти, но я не знаю что. А, вот дверь. Эрна, скоро меня буду обозревать и говорить, какой ты лох. Ну, я не против. Я так и начинаю свою деятельность на Ютубе. И для меня это новинка, все фотошопить. Это фотошопить. Некоторые мои друзья, у которых, ну, или подруги, у которых по 70 тысяч подписчиков, у одного даже 104 тысячи подписчиков, они монтируют на планшете, серьезно, а я на компьютере, ну, вы представляете, нет, ну, ладно. А я монтирую на компьютере, и давайте посмотрим, что из этого выйдет после того, как я как бы затяну ролик. Я еще могу выложить в ВК пробное что-то. Я хочу выложить в ВК то, как это видео было до начала монтажа и после начала монтажа. Вы посмотрите, как это. Ну, вы сами знаете, оценивать меня как лоха или как нормального человека. На стадии монтажа я просто соединю все отрезки. Сохраню это, отрендерю, и потом уже... Ой! И потом уже я домонтирую уже в конец. Я так изучала. Все, идеал. Ама стоит так, как армора, конечно, меньше. Ну и все, поехали на босса. Надеюсь, это будет эта фигня. Ну ладно. Вы это уже видели, поэтому я тут буду драться с боссом сам и поставлю на паузу видео. Фух, наконец-то я его победил. Конечно, заметно, что я хотел с Мордасом так еще. Но, блин, оружие какое. Это Twitch Pistol. Он похож немного на Гюнтера, если я не ошибаюсь, да? Вот так. Он похож на Гюнтера. Он стреляет как Гюнтер. Что это за магия? Не Хогвартса. Ну, наверное, это того стоило. Если что, то использую пустышку. Пытаюсь не получить по мордасам, когда я буду именно в первой комнате. А уже вторые... Это надо уже как-то так. Привет, Greetings. Who are you? Фикс, чего, блядь? Я ничего? Я ничего не понимаю. Говори все. Ты, я тебя не знаю. Ты чё говоришь, а? Ладно. Ладно. Окей. Вася! Да успокойся, ты задолбал.
Оно превратило их в её. Это фуфу? Are you serious, Eleven? Ладно. Я не против. А ты разводишься? Курица получает мордасом конгре... Наконец-то, божечки. Выщ пистол. Погнал. В действие! Бэнг-бэнг-бэнг! Бэнг-бэнг-бэнг-бэнг-бэнг! Батя в здании! Батя в здании! Спасайте все сами! Успокойся! Охладись! Опа, идеально, идеально. Но это получил. Да, что? Забыл! Мордасом я отхватил сильно. Божечки. Пожалуйста. Пусть в этой комнате я не получу. Все. Еще одна пустышка. Я запаниковал. Порядок. Да ты курва! Курва! Я легализую, твою жизнь всю легализую. Короче, я понял, как я буду действовать. Вот так, вот так, вот так, и еще. Это было жесть. Бум-бум-бум. Парень, успокойтесь. Пожалуйста, учу минусы. Минус курица, все. Так, сейчас я немного ему сделаю операцию на черепе. Дать превращение его курицы! Успокойся. Тираны столетней войны. Нету пустышек, вообще ничего нету. Блин, придется как-то справляться. Ну или помирать. Боже, понял, какой был. Три ключа! Я этого даже не заметил. Я думал, что у меня только один ключ. Мне только один ключ. Да, он был. А он читает, что я такой. А морить бич. На. Да отхвати по мордасам побыстрее, чтоб. Ну, ребята, не забывайте подписываться. Жмакать с мышкой на лайк. Вам не сложно, а мне приятно. Ну а с вами был Финн, до скорой встречи и пока!